некуда. Да было чудо, касса стала в 5 утра. Походу все, приехали, Зелимхан опять звонит. По-цыгански говорит. Да. Так что ты будешь отправлять цек? Нет, я тебе приеду сейчас. В чем проблема? Да я спать просто хочу. Я приеду, ты можешь не переживать. Просто да, на баланс, нет. Смотри, на баланс можешь легко и просто. Без подтверждения, без ничего. Да мне уже из банка позвонили, я сказал, не надо, я спать буду. Хорошо, просто смотрите, просто переведите мне на баланс и все. Зачем? Я говорю, спать буду. Я приеду. Зачем? Я сплю. Хотите, я вам скидку сделаю? Сколько? Ну, давайте за 3000 скидывайте, не надо 4,5. Да я спать буду, давай, не надо ничего. А сколько вы можете отправить? В смысле? Тебе так деньги надо на баланс закинуть? Да, да. Зачем? Нет, чтобы меня заказать. Сколько вы можете скинуть? А, да я не буду ничего тебе заказывать. Я уже спать буду, я же тебе сказал. Ну, скинь мне на баланс, я тебе переведу на карточку, хорошо? Резюме. А тебе денежка нужна? Да. На баланс тебе закину деньги? Да. А что случилось у тебя? Ну, мне надо деньги. Срочно. Что-то случилось? Ну, да. А что такое? Ну, это семейное обстоятельство. Ну, блин, я должен знать, что случилось. Если что-то важное, я, конечно же, помогу. Если что, там, потом, завтра или когда-то, может, увидимся. Я сегодня могу вернуть, либо завтра. Так, а что случилось? Ну, как вам сказать, в недавний момент надо поехать в магазин, там, купить туда-сюда себе женские штучки. Денег нет. Женские просто штучки? А? Женские штучки? Да. Это что такое? Ну, типа, женские штучки, как тебе сказать? Ну, это женское. Я не понимаю, что за штучки. Ну, скажи, как есть, что тебе надо. Если надо, я тебе могу доставку еще заказать тебе. Все любые штучки купят. Да скинь мне, пожалуйста, я тебе отдам. Сколько тебе скинуть? Ну, сколько ты можешь скинуть мне? Перезайми. На сколько тебе это надо? Ну, можно. Я могу сегодня отдать. Ты можешь мне просто адрес сказать. Я могу приехать и отдать тебе в любое время. Ну, ты же знаешь, где я нахожусь. Ну? Послушай, я 20. Ну? Сколько тебе надо денег? Ну, я не знаю, сколько ты можешь мне дать. Ну, сколько нужно, ты скажи еще. Ну, так-то мне надо 4 косаря. На какие-то женские штучки? Ну, женские штучки, туда-сюда поесть. В смысле, у тебя что, беда вообще с деньгами, что ли? Да нет, просто, как говорится, у меня сейчас касса в данный момент закрыта. Понимаешь? Ты что, в магазине каком-то? Что за касса, не могу понять. Да нет, ну можешь перезаменить, пожалуйста, я тебе вернусь сегодня же. Да я смогу любую сумму закинуть, если ты отдашь, это вообще без Б, я не жадный человек. Только я должен же знать, зачем. Ну, причем какая разница, даже если нужно, не нужно, я тебе сегодня заеду и отдам. Либо перекину на какой-то, скажешь. Не, может банк. Быть, тебе эти деньги и не нужны, ты так чисто. Выехать? Нет, нужны. Точно? Нужны, я тебе клянусь. У тебя сложная жизненная ситуация или что? Ну, как говорится, нет, я не бедная, но мне просто деньги сейчас нужны. Буквально я тебе сейчас два и заеду, я дам. Так что за женские штучки, я не могу понять. Да, блядь, ну прокладки там еще, тут и тампоны, туда-сюда. Понимаешь, плюс я на такси поеду, плюс заеду, поем. И чё ты, пёс, эти тампоны в жопу себе будешь сувать, дабл-чада? Дабл-чада, ёб твою мать. В жопу мать. Засунешь тампон себе? Твоей мамке в рот. Вот ты попрошайка, как ты сейчас унижался? Займи мне денежку, подъезжай. Алло.
Алло, вас беспокоит с доставки. Вы тампоны заказывали? Все время абонент занят. Пожалуйста, попробуйте перезвонить позднее. Ехать некуда, да была чуда. Касса стала в 5 утра, походу все. Приехали, Зелимхан опять звонит. По-цыгански говорит: хочешь миром разрулить? Или чтоб подъехали? Цыганская повозка с орехами летит. Мозольные верну, а Зелимхан нам говорит: но мы-то точно знаем, как забанить счет. Мошенников накажем и выложим развод. Не снимаем проституток, против всех мы этих муток. Хоть написано на сайте, что туда нельзя звонить. Солевые и цыгане, и другие разводяне. Ваши схемы, ваши планы будем четко находить. Ай-на-не-не-не-не-не.